Рекомендую, ребята, вам подписаться на паблик «Халява от ножа». Здесь ютубер Нож разыгрывает всякие ништяки в виде бабосов и не только. И чтобы не пропустить это все дело, ребята, нужно подписаться на его рассылочку. Жмете на вот эту синюю кнопочку «Подпишись на рассылку» и все, вы получаете уведомление обо всем. И также, ребят, стандартный мини-конкурс от меня на 3 контейнера. Для участия нужно всего лишь, ребята, подписаться на этот канал и в комментариях к данному ролику написать свой никнейм и кому-то за. Завтра рандомным способом я выберу и отправлю подарочек, и там укажу промокод на 3 контейнера. Поехали, ссылка на этот паблик в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами Вайдер, и сегодня мы с вами начинаем видео, и будет оно у нас необычное. Помнится мне, как-то 2 месяца назад я снимал видос типа троллинга голдами, что-то в этом духе. Короче, я заходил, ребят, на карту, скидывал золотой ящик там, допустим, один. И люди заходили, катались, там был залог у меня, типа, вот это как бы паркур, залетайте сюда, заходите. Ну и, короче, я там что-то такое придумал. Сегодня я же, ребята, решил сделать это все дело помасштабнее. У меня есть, соответственно, голосики 1384 целых штучки. И что я хочу сделать? Естественно, мой аккаунт, мой ник все знают, и мне будет интересно. Я вот создаю, ребята, карту на 2 человека. Захожу один, кидаю полностью эту карту, фулл голдами, или не знаю, голдов 20 там кидаю, да, не знаю, сколько там у меня получится, и мы смотрим, что вообще этот человек будет делать, как он вообще на это отреагирует, там сперва заберет голды, а потом уже мне что-то напишет, или еще что-то, или просто там начинает играть. Короче, ребят, сегодня будет однозначно интересная серия, интересный выпуск, поэтому за это сразу обязательно ставьте свои царские лайки, ну и также напоминаю, что за каждые 1000 лайков, между прочим, по данным видеороликам, ребята, это 1000, 2000, 3000 и так далее, я скидываю промокодик, появляется он у нас в правом верхнем углу, подсказка ютуба. Ну а сейчас мы уже, ребята, с вами, соответственно, куда переходим? Правильно, мы переходим к процессу создания битвы. И, наверное, не знаю, давайте вот первую как раз таки катку я, ребят, создам вместе с вами. То есть мы посмотрим, как вообще и что у нас получится. Зайдет кто-то или не зайдет, потому что я, ребят, снимаю глубоко с утра. И мне будет интересно, допустим, где у нас всего больше битв создано. Это захват флага? Серьезно? А что есть так много каток создано? Нарыли. Не, блин, ну здесь, мне кажется, нереально будет найти. Давайте, ребята, мы вот здесь в демочке создадим, так сказать, нам какую-то битву. И это будет, допустим. Давайте Рио, ребята, Рио, естественно, паркурчик, время, ну, допустим, пусть будет вот такое, я не знаю, может быть, там сразу не зайдут. Улучшения, ящики с бонусами, убираем. Ну и все, ребята, заходим, смотрим, что сейчас у нас будет получаться. Блин, я надеюсь, что ребята будут заходить очень быстро. Потому что в прошлый раз, когда я создавал эту всю тему, я на одной карте, ребята, сидел и по 10, и по 20 минут. И челики просто тупо не заходили. Так, первое включение у меня на карте, ребята, еще, соответственно, никого нету. Это очень хорошо. Ну и давайте первые 20 золотых ящиков мы скидываем, соответственно, на этой карте. И смотрим, что у нас вообще из-за этого получится. Так, у нас уже довольно-таки много голдиков. Сейчас они у нас будут лететь. И вот как раз таки тот момент, ребята, от которого я очень буду ждать. Это когда чувак у нас зайдет. Когда просто зайдет и увидит все это чудо. Что он будет писать, как он будет реагировать. Я, ребята, вот честное слово, не знаю. Вот, естественно, мы это будем делать на разных звонках. Мы сейчас все это дело замутим на вот этом аккаунте. Чувак зашел, ребят, не... Чувак зашел. Просто зашел чувак. Какой-то Майк 5555. Смотрите, он ку. Давайте ему ничего не будем отвечать. Оу. Что тут такое? Чувак просто не понимает. Но как я понял, это мой подписчик, да, какой? Это какой-то мой подписчик и... Блин, ну он крайне, ребята, адекватный. Жестко, да, братан, это жестко. Я вот не знаю, будет ли у него соблазн какой-то взять все эти самые золотые ящики, или все-таки он будет стоять вообще на одном месте.
Потому что я бы, если честно, я не знаю, ребят, как на это отреагировал. Если бы я зашел на эту карту, типа, я... Это кому? Типа, это... Давайте, типа, тебе. Типа, тебе я в него стрелю. Мне. Типа, да, тебе. Вот, потому что, ну, в принципе, он отреагирует. Кому, говорит, мне. Я специально, ребят, в чат ничего не пишу. Пусть думает, что он у меня просто забанен. Типа, просто у меня нету чата. Бери, бери, братан, бери, бери. Ты у нас адекватно отреагировал. У тебя ДР переполнен. Типа, да, типа, да, типа, я знаю, типа, да. Да, 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 да. Типа, я знаю, что у меня ДР переполнены, и, соответственно... Блин, ну, он не знаю, он прям до конца не хочет брать, он прям... я беру на... Если, да, пальни, давайте в него пальнем. Пусть ребята уже забирают эти золотые ящики, потому что, ну, чувак оказался крайне адекватным. Прям, ну вот серьезно, не знаю. Прям зашел такой, опа, привет, там тут золотые ящики все прям. Ну, чувак, чувак, давай, давай. Я погнал, гони. Блин, я не знаю, ребята. Мне вот на самом деле такие штучки всегда нравится дарить. То есть это какие-то лучики добра, лучики еще чего-нибудь такого. Ну, прикиньте, просто чел у нас заходит с тречка в танки онлайн. Блин, у него еще и звание не максимальное, то есть это не легенда. И просто... видит какую-то карту созданную, соответственно, видит, что там какой-то чел есть, соответственно, на нее заходит, вот, зашел на эту карту и получил на халяву, грубо говоря, 20 тысяч кристаллов. Думаю, ему вот просто на сегодняшний день я устроил настроение на все 200%, и сегодня, ну, ничто не способно это настроение испортить. И, соответственно, таких мыслей у меня, не знаю, аж улыбка на лице наворачивается, потому что, вот, серьезно, ребят, напишите в комментариях, как бы вы отреагировали на это. Вот просто вы сидите на сервачках, просто как бы смотрите, такой, о, карта там, о, вайдер, нифига себе, там какой-то чувак сидит. Даже, ребят, не я. Даже вот просто какой-то рандомный чел, который просто сидит у нас, и, соответственно, вы на эту карту заходите, а там полная карта, мать его, золотых ящиков. Вот как бы вы на это отреагировали? Я вот серьезно, я вспоминаю те времена, когда я просто еще играл в танчики и только мечтал о таком количестве именно халявных кристаллов, 20 тысяч, но это достаточно такая весомая сумма, и и, блин, ну, Усёк говорит, я тебя поздравляю, братиш. Я тебя просто поздравляю с этим. Я так думаю, я сделал твой день, я сделал твое настроение, и оно у тебя будет прям на все 200%. Ну, естественно, ребята, пипец, мне сегодня везет. Ну, вот видите, о чем я и говорю. Естественно, мы, ребята, не будем создавать сейчас следующую карту на этом же аккаунте, потому что чувак уже будет мониторить меня, и мне что нужно, ребят, будет сделать? Мне сейчас нужно будет перейти на мой аккаунт с ником Пикачу, куда хочу, и, соответственно, там пытаться сделать то же самое. То есть я там также, ребята, буду кидать золотые ящики, посмотрим, что да как у нас получится, посмотрим, кто у нас зайдет, ну и, соответственно, блин, не знаю, обрадуем еще кого-нибудь. Вот, вот так, ребята, вот такие вот добрые дела у нас тетричка. Поэтому, если вам нравятся данные видосы, ребята, опять же, говорю, не забывайте поддерживать их своим лайком. Ну, а мы погнали на мелкие звонки. Так, ребята, следующий аккаунт и следующая карта. Звание у нас от Уоррента офицера 2 и до лейтенантика. Я решил создать пустыню и посмотреть, опять же, создавать это все дело вместе с вами. Потому что я не знаю, как быстро зайдут. Вот, соответственно, я решил процесс записать, опять же, ребят, с вами. И посмотрели, что вы, как у нас чуваки, отреагируют. Потому что я не знаю, успею я запись включить или не успею. Короче, все, ребята, делаем прям вот вместе с вами. И скидываем золотые ящики. Так, у нас еще никого, соответственно, нету. Кидаем, ребята, 20 золотых ящичков. Надеюсь, я успею это сделать. Так, все, 20 золотых ящиков я, ребята, скинул. И, соответственно, они у нас уже на карте расположены. Сейчас посмотрим, кто будет этот счастливчик, который просто зайдет. Я не знаю, я на самом деле хотел, чтобы вот заходили челики в момент вот этого вот процесса. Когда, то есть, у нас все летит, все вот это вот прям, как жестко. Так, у нас кто-то заходит, да, кто-то зашел, мини-танк. У нас зашел какой-то, ребята, мини-танчик. Блин, да быстро заходит. Слушайте, несмотря на то, что я с утра сижу. Уоррент офицер 3. Блин, такой маленький аккаунт. Привет. Здорово. Че он будет делать, а? Че он просто... Он по сторонам смотрит. Он просто... А что это? Это, братан, голдики. Это голдбеки, это голдики, братиша, это золотые ящички.
Блин, он у нас еще на Хорнете вроде бы им нулевом катается, да? И рельса у него, конечно, им первая, но хорек вроде бы им нулевой. Или им первый. Не, вроде бы им нулевой. Блин, я точно, ребят, не знаю. У него им нулевой или им первый? Братан, я как бы, типа, у меня чат забанен, вот, и, соответственно, это, типа, ну, как бы, подгончик, подарочек тебе. Блин, смотрите, второй раз у нас получается такая тема, что чуваки у нас тупо заходят и типа, не берут сразу золотые ящики. Как это так вообще работает? Ребят, не знаю, если мы наберем кучу лайков, я вам специально сниму выпуск такой, потрачу на это кучу голдов, куча времени, где челики у нас просто заходят и сразу без разбора не спрашивают, что это такое, зачем и кому это, просто начинают брать эти самые золотые ящики и, соответственно, я не знаю, будет интересно посмотреть на их реакцию. Я-то думал, я сегодня встречу чуваков, которые будут у нас ахаха делать, там еще что-нибудь такое делать, то есть, которые как-то будут, я не знаю, либо троллить, либо пытаться забрать сразу эти голды. Ну, честно, крыси, да, я думал, что вот такие люди будут. Но, блин, нет. Нет, еще раз нет. Несмотря на то, что даже я снимаю с утречка это все дело. И по идее, как бы с утречка, либо все в школе, ты справжный. Братиш, я, короче, не шарю. Что это такое? Но если ты мне объяснишь, будет вполне-таки себе интересно. Блин, я, ребят, не знаю, а он будет когда-то брать? У меня же типа чат заблокирован, у меня же типа заблокирован, запломбирован чатик, поэтому я типа не могу ему сказать, что типа бери там или еще что-то. Или все-таки написать, ребята? Давайте напишем, потому что чувак у нас просто адекватный, не берет, просто стоит, ждет и чисто просто это все заставляет. Знаете, как мне нужно было сделать? Мне, ребята, нужно было сделать просто такую тему, что я сам... Точно? Нет, косо, братиш. Давай, бери уже эти золотые ящики. Ты у нас адекватный, адекватный, адвокатный. Забирай эти самые голды. Они все, соответственно, твои. Все 20 вот этих голдиков, ну уже 19, соответственно, которые остались, они, соответственно, в твоем распоряжении. Братан, ну братан, брат, братан, братишка, бери, бери голдики. Ты шо? Можно я с другого аккаунта зайду? Ну, если успеешь. Если успеешь. Карта открытая. Блин, интересно, с какого он сейчас аккаунта слетит сюда? Ну ладно, давайте, ребят, посмотрим. Посмотрим, так сказать, поглядим, успеет ли он сейчас зайти. Ну и, соответственно, когда уже это все дело продолжится, то есть, когда он у нас перезайдет или не перезайдет на этот аккаунт, я, соответственно, ребят, посмотрю. Сейчас стрим... А, блин, я думал, это какой-то рандомный вещи чувачок, который меня не знает. Он такой... Ну, типа... Ну и все ясно, все ясно. Это подписчик. Подписчик, какого фига ты в этом? Не в шкалке-то? Или что, сегодня выходной? Или так и что? Не могу понять, это или это видос, братан, или это видос, ты угадал. Короче, ребят, сейчас я, наверное, уже перемотну вот эту всю скучную, неинтересную дилемму с вами, потому что чувак у нас тоже оказался моим подписчиком, очень адекватный. Я, кстати, блин, очень рад, что вот реально, сколько я таких рубрик не записываю, когда заходят мои подписчики, они серьезно не берут голды, просто ждут, разговаривают там, и прям просто мега адекватный. За это, ребят, вам прям просто большущий респектос и уважуха. Слушайте, чувак у нас уже вышел, и порядка где-то 2 или 3 минут на карте уже, соответственно, никого нету. Я не знаю, то ли он сразу не открыл со второго клиента это дело, то ли мне кажется, или сейчас у нас зайдет какой-то другой чувак и заберет все эти золотые ящики. А нет, этот же чувак зашел. А что у него не так? У него, скорее всего, звонок, ребят, не подходит, и поэтому он, соответственно, залетел у нас с этого аккаунта, да? Ну, поди именно так. Так, ну, шо, братиш, у тебя такое, шо у тебя там случилось? Звание, да, не подходит, сильно маленькое я создал здесь звание, потому что здесь максимум может зайти чувак со званием, как у меня, и до ворончика, соответственно, втором. У меня Wi-Fi пропал, хватил перезапускать, понял. Так, ребят, у нас зашел какой-то чувак, и я не знаю, это он ли или нет, и чисто я фиг его знаю. А успел, серьезно? Я-то думал, он зайдет на звание повыше, он наоборот на звание пониже зашел.
Ну, все, братан, давай, бери, бери, бери эти самые золотые ящики тогда, если ты успел, и мы, так сказать, будем. Я перезашел, я понял, братан, что это ты перезашел, соответственно, успел сюда залететь, успел зайти, ну и я тебе, соответственно, это все дело дарю. Спасибо, Байдер, да, не за что, не за что, я уже понял, что ты меня узнал по тому вопросу, типа, а стрим это или не стрим, блин, ну ладно, все равно серия, ребята, и выпуск получился у нас вполне нетки себе интересным, и я думаю, он вам обязательно понравится. Но, соответственно, этот чувак пока у нас будет брать очень медленно золотые ящики, я это уже, ребят, показывать не буду, потому что, ну, чувак, прям, я не знаю, ну, прям очень хочет посмаковать эти моменты, вот, и, соответственно, мы просто, ребята, отдаем все ему эти голдишки, пусть он, соответственно, их забирает и получает это в свое удовольствие, тем более на уровне втором, я так думаю, 20 тысяч кристаллов получить, ну, это прям, ну, очень круто, и, соответственно, мы его с этим поздравляем. Но кому, ребят, понравился данный видеоролик, обязательно ставьте ему лайк, также не забывайте подписываться на мой канал, нажимать на колокольчик и писать комментарии, это самое тоже главное. С вами был Вайдер, всем пока-пока.